Всем привет! Я в очередной раз очень-очень рада приветствовать всех вас на моем YouTube-канале. И вот оно, долгожданное видео про мои новинки декоративной косметики, про те волшебные бьюти-гаджеты, которые пополнили мой волшебный бьюти-кейс. Если вы не видели видео о моем бьюти-кейсе, то обязательно посмотрите. Это такая вот сокровищница, которая содержит много-много-много всяких волшебных штук, касающихся декоративной косметики и макияжа. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Первое мое открытие, первая моя находка — это праймер, такой минеральный праймер, который называется Whale от марки Hourglass. Hourglass — это американская марка, но в последнее время она стала доступна в некоторых европейских Sephora, чему я безумно рада. Данный праймер у меня в объеме 9 мл, но он также выходит еще в среднем объеме и в большом объеме, по-моему, 30 мл. Либо даже 50, наверное, 30, если я не ошибаюсь. Праймер очень-очень классный. Праймер, он такой вот беленький, и при нанесении на вашу кожу первые несколько секунд он остается белым, потом он подстраивается под оттенок вашей кожи. Данный праймер от марки Hourglass является абсолютным бестселлером марки. Данному праймеру пели свои дифирамбы огромное количество бьюти-блогеров и визажистов с мировым именем. Он просто там суперский, я считаю, выравнивает лицо, готовит ваше лицо к дальнейшему нанесению макияжа. Он просто вот сглаживает все какие-то мелкие нюансы, какие-то морщинки, какие-то неровности, стирает поры. И правда, после нанесения данного праймера ваша кожа становится таким вот идеальным, просто чистым, гладким холстом, на который вы в дальнейшем, как профессиональный художник, можете наносить уже краски крупными мазками, мелкими мазками и, собственно, рисовать на вашем лице все то, что вам хочется. Итак, данный праймер мне очень-очень понравился. Я купила его в самом маленьком объеме именно потому, что мне очень хотелось данный праймер попробовать, потому что у меня достаточно большое уже количество различных праймеров, и иметь еще один полноразмерный продукт, средство, которое может мне вдруг не подойти, мне не хотелось. Средство отличное, могу уверенно ставить ему 5 по 5-бальной шкале, с удовольствием приобрету данное средство в полноразмерном объеме и буду с удовольствием им пользоваться. Следующий продукт, о котором бы мне хотелось рассказать, это продукт от марки Bobbi Brown, это кушоны от марки Bobbi Brown, кушоны, которые появились где-то 1.5 года назад, 4 месяца назад. Это Skin Foundation кушон компакт. Это первый кушон от марки Bobbi Brown, который появился в продаже, собственно. Ну, выглядит он такой, как стандартный, собственно, кушон. Здесь я специально оставляю, вот не выбрасываю вот эту вот штучку, чтобы у меня не пачкался, и вот он сам кушончик. Данный кушон имеет SPF 35, что очень-очень неплохо, особенно в летнее время. Данный кушон у меня в оттенке medium. Medium — это как раз мой такой идеальный оттенок в системе оттенков Bobbi Brown. Он мне подходит, я это очень-очень хорошо знаю. Данный кушон явился чуть ли не первым вообще моим кушоном в моей коллекции, потому что различных тональных основ у меня достаточно много. Конечно же, когда появились кушоны, мне безумно хотелось попробовать один из них. Я ждала какого-то такого уникального продукта, который своими свойствами меня заинтересует. И вот когда вышел Skin Foundation кушон компакт от марки Bobbi Brown, я решила для себя, что вот он тот продукт, который я хочу попробовать. В рекламе данного кушона, собственно, обещалось то, что кушон будет отлично выравнивать ваше лицо, отлично визуально улучшать состояние вашей кожи, но при этом производитель честно признавался, что покрытие у данного кушона от низкого к среднему, то есть какие-то серьезные проблемы в вашей коже, какие-то пятнышки, какие-то покраснения и дефекты данный кушон, конечно же, не перекроет, для этого у нас есть консилеры, но эффект такой вот натуральной светящейся кожи, здоровой, без перегруженности и косметика, данный кушон, собственно, и предоставит. Вот все эти обещания, они оказались абсолютно честными, они оказались правдивыми, все то, что обещали производители, данный кушон делает. Я с удовольствием использовала данный кушон в течение лета, когда мне как раз и не хотелось перегружать свое лицо косметикой,
косметикой. Безусловно, для вот, допустим, съемок подобного видео данного кушона будет мало, потому что он не выровняет лицо настолько идеально, чтобы через объектив чувствительной камеры мое лицо тоже было идеальным. Но для ежедневного применения, для использования при дневном освещении данный кушон является действительно находкой. Он очень-очень хорошо растушевывается, он элементарно наносится. Вы, в принципе, можете в тех зонах, в которых вам необходимо наслаивать данный кушон, то есть делать такое вот более плотное нанесение, наслаивать слой за слоем вот эти вот тоненькие слои. И тоже могу данному продукту поставить уверенную пятерку. Кушон мне очень-очень понравился, он меня не разочаровал, и с удовольствием его использую, когда мне хочется такого вот нюдового макияжа, легкого, дневного, и когда мне хочется естественного здорового сияния лица, не перегруженности косметикой и такого, что называется, natural glow. И еще один продукт, о котором хочется рассказать, это вот такая вот волшебная баночка от марки Chanel. Содержимое этой баночки входит в wish-лист большинства бьюти-голиков. Это у нас Soleil Tan de Chanel. Это Bronzing Makeup Base, это такой вот кремовый бронзатор от марки Chanel. Это уникальный продукт, он был создан в единственном оттенке. Более того, данный продукт, к сожалению, уже снят с производства, и найти его практически невозможно, только если вы сможете найти данный продукт в остатках, в каких-то корнерах Chanel. Вот он, кремовый бронзатор универсального оттенка, который отлично подходит, в принципе, как обладательницам светлой кожи, так и чуть более смуглым барышням, таким как я. Соответственно, с помощью этого бронзатора вы можете добавить легкого загара вашей коже, создать эффект, как будто вы несколько дней провели на каком-нибудь экзотическом курорте, и ваша кожа немножечко подрумянилась под солнечными лучиками. Соответственно, его можно наносить на скулы, можно наносить под скулы, то есть, да, данным средством, в принципе, можно сделать коррекцию лица, и также данным средством можно чуть-чуть откорректировать тон вашего лица, сделать оттенок вашей кожи чуть более теплой. Данное средство, опять же, можно использовать, в принципе, на голую, на чистую кожу без нанесения какого-либо макияжа самостоятельно, а можно его вписывать в ваш такой вот базовый рисунок ежедневного макияжа. Я данное средство с удовольствием использую самостоятельно. Как элемент какого-то такого сложного макияжа я, как правило, использую другие мои кремовые бронзаторы, которые у меня есть. А вот этот вот очень приятный кремовый бронзатор от Chanel, с такими вот мелким золотым шиммером, мне очень нравится наносить на мою кожу, когда на ней совсем нет макияжа, для того, чтобы чуть подчеркнуть скулы, чуть выделить линию подбородка, немножечко уменьшить носик и, в принципе, освежить цвет моего лица. Средство очень классное. Мне безумно, конечно, жалко, что данное средство сняли с производства, но почему-то появилась такая вот традиция нехорошая, и не одна уже я это отмечаю, что марки, вот те топовые средства, те самые классные средства, которые все хотят и за которыми все гоняются, почему-то снимают с производства. Не знаю, почему так происходит, по-моему, какая-то такая жуткая несправедливость. И еще один продукт, о котором я вам сейчас расскажу, это вот такие вот кремовые тени для век от марки Lancôme. Это новинка, это из весенне-летней коллекции марки Lancôme. Это кремовые тени в оттенке 05. Такой вот очень красивый бронзовый оттенок, опять же, с золотистым шиммером, с очень удобной вот такой вот кисточкой. Аппликатором, с помощью которого я, собственно, и наношу, как правило, данные тени на свое веко. Пальчиком быстренько, пока они не засохли, данные тени распределяю по всему веку, растушевываю. И, собственно, вот он мой летний дневной макияж глаз. И, собственно, не только дневной, даже вечерний. И он готов всего несколькими движениями. Данные тени жидкие, они являются стойкими. Более того, они являются водостойкими. И покупала я их для того, чтобы я могла смело выходить с макияжем глаз на пляж, если вдруг мне это захочется. Бронзовый такой вот оттенок золотинки, он универсальный, и это один из тех оттенков, которые 100% идут большинству
большинству из нас, и в том числе и мне данный оттенок идет, подчеркиваю голубизну моих глазок. Также мне очень-очень понравилось данное средство, потому что вот чтобы нанести его, реально надо 2 секунды. Вы просто открываете тубу, аппликатором прикасаетесь к вашему веку, и потом пальчиком 1, 2, 3 делаете 3 быстрых движения, и, собственно, растушевываете данные кремовые тени по вашему веку, и вуаля, вы уже красотка, ваш макияж глаз готов. И если у вас, в принципе, нет времени, если у вас нет получаса, часа времени на то, чтобы сделать какой-то профессиональный сложный макияж многослойный, то вот это вот средство на бегу, оно абсолютно для вас. Это не обязательно могут быть конкретно эти кремовые тени от марки Lancôme. Сейчас достаточно большое количество марок предлагают своим клиентам аналогичные продукты. Очень советую вам обратить на данные продукты свое внимание и выбрать для себя какой-нибудь оттенок, который будет вас радовать даже в хмурые осенние денечки. Спасибо большое, что все это время оставались со мной. Я очень надеюсь, что данная информация окажется для вас полезной. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, оставьте комментарий, если у вас появились какие-то вопросы. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!